Ты как готов? Я говорю, нет, я не готов. К прокурору записывает тебя. Мы его уже неделю ждем, чтобы побыстрее туда уехать к нему. Рассказывайте все, что вы... Как с вами? Ни жрачки, ни пимши, ничего нет у вас, блядь, ни медицины, ничего. Все говорите, езжайте, пусть везут нахуй вас. А вон в интернете мы слушали, там вообще говорят, что никак не можем вывести. Потому что типа сейчас отведем войска, и их опять типа займут. Кем мы будем типа менять? Ну вот они резерв говорили нам. А оказывается, сейчас вот прислали этих 50 человек, они там встанут на оборону, будут стоять до 28 числа, а с 28 числа большое какое-то наступление будет. Да, там говорят, какое-то наступление будет, да. Ну, потому что тут вот кто-то по язве уехал, у меня вот, наверное, язва, я не знаю, но, видишь, они не отправляют меня на проверку, у меня изжога каждый день. Ой, это гастрит, это уже практически язва, сэп. Ну вот у меня изжога постоянно. А ты жалуйся, скажи, болит у меня. Скажи, не могу я нахуй, не могу, болит. Скажи, у меня до этого, до службы уже была язва. Мне только надо попасть на ВВК, на это. Мне позвоночник проверить, и это, чтобы в годном ВДВ... Скажи, стремление позвоночника было нахуй. А то, что скажет, как же вы прошли это, скажи, купил. У нас не объявлялось полной мобилизации не объявляли нахуй, чтобы вот вас там держали. Этот майор, говорит, нахуй сам там был, говорит, рот потерял, вот который собрание проводит нахуй. Ты съебался сам оттуда, теперь здесь ходит, ухмыляется, ебаный. Если бы тебя, сын, вот отпустили бы, папка бы за тобой приехал, вывезли бы только до границы в Ростов. Сейчас видно будет, нам уже говорят оружие сдавать. Может, куда повезут. Да у вас его и нет, кроме автоматов, блять, оружия, нахуй. Технику сдать, вот у нас одна боевая, моя машина осталась. А, одна осталась? Ну, боевая, а на остальных нету никого. Механики, трехсотые. И еще вас посылали, ёб твою мать, с одной вот этой БМДшкой, блять, что ли, воевать? С двумя, вот одни туда уехали, согласились. Эх, ёбана, блять, а? Это там наступательное, блядь, это наступательное, ебаный в рот. Да, чеченцы кое-как оттуда уехали, говорят, их там разбили, они кое-как оттуда уехать успели. Сегодня утром открыл нас, там он пишет в интернете, выставили, набор идет с 18 лет, наш 31-я дивизия. Им, короче, дали задачу до 28 числа 1030 человек собрать. Вот, от 18 лет до 60. Там прям это, разукрашивают, ой, только пройти курс, там, курс какие-то, ну, это обучение там. И начиная контракт от 4 месяцев. Как там начали говорить, то там половины нет. Там одна девка говорит, да, от второй роты, говорит, нахуй, там 27 человек осталось, нахуй. Ну да. Там и все вот так вот, там другие, блядь, роты вот. И все говорят, там столько человек, там столько человек. Так что держитесь вы там все вместе, не ходите. Там спрашивали как про какие-то деньги. Почему, говорит, урезали нахуй. Ничего не могли они ответить. Ничего. Для чего они собирают людей там нахуй? И они не могут ничего сказать.